Группа Мьюз у нас в эфире. Вот, может быть, когда-нибудь. Слушайте, Миньоем, дорогой, любимый, привезите нам группу Мьюз. Да. Двум старикам. Вот, мне и Диме. Две бабушки уже счастливы, да? Кстати, вы осчастливите не только нас двоих. Да, многих. Наверное. Доброе утро. Мы с Димой мечтаем в порнофильме сняться, ребят, а вы там снимаете... Это ты мечтаешь? Ну, ты тоже. Нет, я мечтал сценарий написать. А, написал. Все, хорошо. Под Параджанова, да. Под Параджанова. Без участия. Отлично. Вот, пожалуйста, вот тебе декорации уже. Что-то к нам принесли. Неужели группа Мьюз? Мы же с тобой просили, чтобы Меню привезла нам группу Мьюз. И вот, Дима, группа Мьюз. Сюрприз! Чтоб я так жил, тут неожиданно, да. Получите и распишитесь. Слушайте, и не говорите, что Миньоем не может чего-то доставить. Это старый прикол. Вот мы как-то говорили о том, что вот мы приносим людям счастье. Я хотел, чтобы мы просто ходили по городу с огромной надписью «Счастье» и просто подходили к людям. Вчера в эфире буквально мы с академиком Макарченовым... Позавчера, да. Говорили о том, что было бы неплохо, если бы Миньоем привезет нашу страну группу Мьюз. И, пожалуйста, группа Мьюз у нас в студии. Большое спасибо. Не в стране, в студии. В студии, вот, да. Оцените. У нас свой собственный Мьюз. Так, спасибо большое, мы тронуты.